Внимание, розыск. Вчера в 17:35 в районе железнодорожного моста недалеко от хутора Воскресенский произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщают очевидцы, водитель внедорожника Toyota двигался по направлению к хутору Воскресенский с нарушением скоростного режима. Не выбрал безопасной дистанции для маневра и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который двигался в том же направлении. От удара тяжелый внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем ВАЗ-2112, в котором ехала молодая семья. От страшного удара семейная пара скончалась до прибытия реанимационных групп. 9-летняя дочка погибших супругов была госпитализирована, но умерла по пути в реанимацию. Виновник происшествия скрылся, бросив автомобиль Toyota на месте трагедии. Если вы стали свидетелем этого происшествия или располагаете какой-либо важной информацией о личности или местонахождении водителя, совершившего смертельное ДТП, просьба обратиться в полицию или позвонить по телефону 02.